Двигательная заслонка от двигателя G4 KD, Kia Cerato, объем двойка у меня была, такая вот двигательная заслонка есть в наличии. Так, 35-100, 2G-200, такая нумерация здесь вот стоит. Давайте посмотрим, вот здесь сколько пинов. Так, здесь у нас зигзагом стоит, 3 сверху, 3 снизу. Так, раз-два, такие вот трубки выходят, вот, вид снизу. А касательно двигательной заслонки, вам предстоит только ее поставить, проверить, в случае неисправности вернуть обратно, какой-либо 100% гарантии на ее работоспособность нету, только методом тыка ставите, проверяете, в случае неисправности возвращаете обратно. Все, никак не могу сюда вот. Вот так, думаю, лучше видно, да? Такая вот двигательная заслонка, в наличии у меня.